Добрый день, меня зовут Марина. Мы сегодня все присутствуем на 68-й пиар-вечеринке ТВ-шанс. И со мной прекрасная девушка. Представьтесь, пожалуйста. Волкова Шишкова Марина, город Москва. Очень приятно, Марина. Скажите, пожалуйста, какая ваша основная сфера деятельности? Я педагог по вокалу и одновременно являюсь автором-исполнителем своих песен, своих стихов, пою и демонстрирую свое творчество. Очень приятно, вы многофункциональная девушка, очень красивая. Скажите, пожалуйста, Марина, расскажите поподробнее про вашу деятельность. Дело в том, что стихи начала писать сравнительно недавно, а поскольку я музыкант, я на свои стихи стала, в общем, писать музыку. И поскольку я еще певица, я поняла, что я еще и могу свои песни исполнять. И мои песни звучат на 60 площадках, очень любят меня слушать в Ливане. Вот. И можно прямо в интернете найти Волкова Шишкова Марина топик, твои песни. И выскакивает моя страница 8 марта. Выходит моя премьера песни, которая называется «Возьми меня за руку». Очень замечательно. Скажите, пожалуйста, после 8 марта какие у вас планы в течение года? В течение года у меня очень много планов, помимо того, что с учениками очень много планов, и плюс своих личных. Я пока разглашать их не буду, вдруг сглажу. Будем ждать осуществления ваших планов, будем следить за вами. Скажите, пожалуйста, Марина, как часто вы бываете на мероприятии ТВ-шанс? Первый раз, потому что я один раз уже пыталась к вам попасть, но я заболела. Сегодня тоже немножко не в форме, но я думаю, я справлюсь. Скажите, пожалуйста, что больше всего вам нравится на данном мероприятии? Мне очень нравится ваша компания, и я с вами. Действительно, на мероприятии ТВ-шанс очень добрые, отзывчивые, позитивные, активные люди. И очень приятно с ними находиться, проводить время. Благодарю, что вы оставили свой отзыв. Спасибо, обязательно напишу. Но я сегодня с вами. Благодарю. До встречи. Спасибо. До встречи. Спасибо.